Готовить юбилей, и даже подготовили его, а Анатолий приехал и сказал, что у него юбилей-то и нет. Как бы мы отпраздновали. Но зато у нас много мероприятий, посвященных именно ему. Вы наш бенефициант, мы вас очень любим, Анатолий. Анатолий Киреев, встречайте. Гитарки нет с монитора. Не, это мою трогаете вы. Здесь моей там много. Ну, Евгения Быкова гитары нет и в зале. И я должна заступиться за него. Но в руках она есть. Сочинил одну хорошую песню, пой ее. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках. Ребят, да уже все поют ее. Гора-то поет. Давайте сначала. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках. А как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках. Ах, как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках. Кто-то выключит свет, лампу солнца потушит, и зажгутся костры, голоса зазвенят. Ах, как хочется петь, ах, как хочется слушать, ах, как хочется жить и любить всех подряд. Ах, как хочется петь, ах, как хочется слушать, ах, как хочется жить и любить всех подряд. Скоро будет гроза по известным приметам, налетит, нагремит и пройдет в полчаса. А как пахнет дождем это звонкое лето. Кто-то в рупор ладони кричит в небеса. Ах, как пахнет дождем это звонкое лето. Кто-то в рупор ладони кричит в небеса. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках. Так как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках. Ах, как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках.